Вітаю. Ви глядите щотижневий випуск новин полка Калиновского. Полк Калиновского віншує Україну і усіх українців з Днем Годності і Свободи, яке означається сьогодні. Это свято у гонор початку оранжевой революции и революции годности, коли патриотичные мужные граждане устали на оборону демократичних каштовностей, правов и свобод человека и обрали европейский выбор країни. Коли ворог не так хутко забылся про найновшую историю країни, он бы зрозумел, что ему не удастся перемогти у этой войне. Бо для людей, которые живут в Украине, свобода и годность важнее, чем электричность, газ и все то, чего теперь спробуют позбавить постоянными бомбардировками цивильной инфраструктуры. Віншую Украину! На минулом тижні частка ВРО батальона «Литвин» удельничала у бойових задачах. Еще частка находится на ротации и протягивает тренировки по аэровыведке и саперной справе. У батальоне «Волод» отбылось пополнение особого складу рекрутами, которые прошли финальную подрухтовку и готовы выполнять боевые задачи. Страты пораненных на этом тижні нема. У полку Калиновского появилось подразделение БПЛА имя Микиты Круцова. Назва обрана у гонор героя Беларуси, який был забитый подчас протеста 2020 года. Хлопцы проводят выведку, корректировку огню и бомбардировку ворожих позиций, техники и живой силы ворога. На минулом тижні подразделение уже выполнило боевую задачу. Были вылечены танки оккупантов, дадены координаты артиллерии и скорректованы огонь, дякуючи чему было знищено 2 танки. Еще 2 танки ворога полковое подразделение БПЛА Круцова разбомбило своими силами. Усяго за бой было знищено 30 одинок пехоты оккупантов. Подразделение развивается и рыхтуется до новых переможных боев. Долучиться до полкового подразделения БПЛА можно через чат-бот, заполнивший анкету с пометкой «БПЛА МК». Про все важные події в житті полка, які ми освітляємо в прес-релізі, ви можете більш подробязно довідатися з публікацією в наших соціальних сітках і на офіційному сайті полка. Коли ви жадаєте підтримати полк, то всю інформацію можна знайти на нашому сайті і в описі до відео. Дякую за увагу і до зустрічі у наступний понеділок. Живе Білорусь! Слава Україні!